Друзья, всех приветствую. Сегодня 14 апреля 2024 года. Хотел бы с вами поговорить о новом, ну как сказать, новом. Да нет, оно не новое, оно довольно-то устаревшее вероучение свидетелей Иеговы. А об одном уже пророчестве, и сегодня уже точно можно сказать, что это уже пророчество. К сожалению, может быть, к счастью, к сожалению, 99,9%. Об этом пророчестве, об этом вероучении свидетелей Иеговы не знает. Ну, по крайней мере, абсолютно точно не знает те, кто не интересуется историей организации. Не знает кошерных свидетелей Иеговы. Потому что в последний раз, по-моему, если я не ошибаюсь, мельком в Сторожевой башне было опубликовано в 71 году. Да, это уже больше 50 лет. Поэтому можно сказать смело, что даже те, кто в организации 50 лет, уже очень сильно запамятовали. Если их разбудить и напомнить им, то возможно, повторюсь, возможно, они вспомнят, что было такое вероучение. Хорошо, давайте по существу. В 30-е годы Рутерфорд внедрил новое понятие. Это в 30, точнее быть, с промежутка с 30 по 32 год. В чем суть этого вероучения? Итак, у нас есть два класса. Это класс Мардокея. Другими словами, это такие свидетели Иеговы, которые присоединились к организации до 1919 года и оставались активными после этой даты. Существует класс Эстер, которые присоединились с 1919 года, ну, примерно по 35. Да. Почему по 35? Потому что мы знаем, что в 35-м снизошел свет на того же Рутерфорда, и начали собирать они, вот эти два класса, начали собирать великое множество людей. Была открыта дверь для великого множества людей. Итак, у нас есть два таких класса, таких пересекающих класса. В книге, которую вот можно перевести на русский язык как сохранение 30-х годов, да, 30-го, ну, где-то написано, что она издана в 30-м году, где-то в 32-м году, но вот именно до 35-го года, очень хорошо описывается в этой публикации класс Мардокея и класс Эстер. В чем особенность этих классов? Особенность заключается в том, что и те, и другие должны были дожить до Армагеддона. Ну, вот сейчас не могу точно сказать, да, должны они пережить или на раннем этапе воскреснуть к небесной жизни, когда вот только Армагеддон закончится, или в конце Армагеддона, это уже не принципиально важно. Но в любом случае и класс Мардокея, и класс Эстера, который является остатком, должен существовать до Армагеддона. К сожалению, это является лжепророчеством. И вот почему. Класс Мардокея, если мы берем транскрипции, то, что сейчас мы видим, а мы видим, что сейчас 2024 год, просто не существует. Почему не существует? Да потому что нет этих людей уже в живых. Вы знаете хоть одного человека, который был в организации до 1914 года? Таких уже нет. Да, вот последним можно назвать, это Фрэнс, президент общества Сторожевой башни, который умер до... О, в каком году умер? Если я не ошибаюсь, в 92-м году. Ну, если грубо, тогда, если это так, вероучение осталось, а я сомневаюсь, что оно осталось, потому что оно нигде не просто не публикуется, то вот этот класс Эстер тоже, наверное, не существует, потому что никто сегодня из современных помазанников сегодня никто не принял крещение до 35-го года. Вот вы знаете таких людей? Я допускаю, что такие люди, наверное, есть. Их, наверное, не так много. Не так много. Но если мы возьмем даже верный руководящий совет, на котором главная функция
лежит сегодня. Да, они взяли на себя очень главную функцию проповедовать благую весть, то там нету ни одного человека. Многие даже, я даже говорил, что некоторые даже крестились после 92 года. Этим самым они нарушают свою же заповедь, свое повеление, когда Дэвид Сплейн сказал, что помазанники могут быть крещены и после 92 года, но они уже не будут свидетелями того, чего сказал Иисус Христос, свидетелями знамений. А у нас получается так, что верный благоразумный раб сегодня состоит из несвидетелей от вот этой Матфея 24 главы. Да, я думаю, мысли я правильно высказал. То есть они нарушили сами же свое вероучение, сами свое понимание. Помазанники могут быть, но вот в этом верном благоразумном составе, в этом классе нет. Уже есть люди, с которыми нельзя ассоциировать слово «поколение». Тем не менее, они там есть. Поэтому мы в скором времени ждем новую поправку на это вероучение. Итак, вернемся к классу Мардохея и класса Эстер. Этих людей уже нет в живых. Если есть, то Эстер, из остатка Эстер их очень мало. Но я даже сомневаюсь, что и они есть. А Мардохея тем более нет. Из остатка Мардохея никого нет. И поэтому мы можем говорить, что это очередное лжепророчество. Итак, эта мысль была высказана в первый раз в книге «Сохранение». Вот так она называется на русском языке. Вернее, так можно перевести английское слово «сохранение». Повторюсь, она выпущена в 1932 году. В последующие годы эта мысль развивалась и в последний раз была опубликована в 1971 году. Все, с этого момента больше никто и никогда не слышал, не читал, и она, эта мысль предана забвению. Почему предано? Потому что это потому что это лжепророчество от общества Стражевой башни и от президента общества Рутерфорда. Ну, в принципе, все, что я вам хотел сказать по этой теме. Берегите себя, всего хорошего. Так как не всегда видны все комментарии, то используйте инструмент упорядочить.